покайся. Он просит, чтобы церковь остановилась в том состоянии, в котором она была на тот момент. То есть Христос идет к ним с требованием: покайтесь. Он говорит, вам нужно остановиться, обратиться. Покаяние носит характер обращения. Вы, как церковь, взяли курс неправильный. Вы перестали видеть откровение меня в вашей церкви. Обратитесь, покайтесь и двигайтесь в сторону откровения, кто я есть. Если не так, сдвину светильник. Очень интересно, что Христос, это слово «сдвину» еще можно понимать «разведусь». Я разведусь с церковью. Для этого есть отдельная тема, она очень интересная тема. Мы с молодежью это немножко покрывали, проходили. Христос говорит, я прекращу мое существование как жениха и невесты. Еще бракосочетание не произошло. Поэтому церковь на тот момент, на данный момент, даже наша церковь, если не будет в нашей церкви откровения Христа, то наш светильник или может произойти развод Христа с церковью. Он может оставить. Он говорит, я сдвину, и вы перестанете существовать, если вы не видите меня, если я не открыт с проповеди, с кафедры, если я не открыт в семьях, когда мы как родители общаемся.